К другим новостям. По поручению председателя правительства России на государственные автомобильные номера установят электронные чипы, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России. Новшество должно помочь контролировать дорожную ситуацию, бороться с угонами и нарушителями правил дорожного движения. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил к ноябрю этого года подготовить предложение по внедрению в автомобильные номера микрочипов с технологией радиочастотной идентификации. Исполнителями инициативы должны стать МВД, Минкомсвязи, Минпромторг и Минфин России. Предполагается, что чипы в госномерах помогут выявлять угнанные машины и привлекать к ответственности нарушителей правил дорожного движения, в том числе и нарушителей скоростного режима, которые сейчас уходят от ответственности с помощью частично закрытого или загрязненного госномера. Микрочипы будут считываться камерами фото- и видеофиксации. На данный момент механизм реализации установки электронных чипов только прорабатывается. После утверждения проекта правительством информация будет доведена до общественности. Александра Томе, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.